Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев присоединяется к нашему эфиру. И будем продолжать говорить о том, что происходит вокруг Запорожской атомной электростанции. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Да, поясните, пожалуйста, ситуацию, помогите разобраться, что, как вы видите, что происходит. Мы знаем, что обычно, если Кремль делает какие-то заявления, нужно их переворачивать, как в зеркало смотреть и понимать все совершенно наоборот. Росатом уже заявил о том, что они рекомендуют, советуют сотрудникам покинуть ЗАЭС. В то же время есть заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что в цивилизованном мире вероятный теракт России на оккупированной Запорожской атомной станции будет расцениваться как применение ядерного оружия против гражданского населения. В Кремле услышали эти слова, этот сигнал, или же они от планов не отказываются? Как вы считаете? Они не отказываются от планов. Следует делать акцент на том, что взрыв на Каховской ГЭС или возможная диверсия на Запорожской АЭС – это только звенья единой цепи. То есть нельзя выделять в отдельные эпизоды. Следует давать общую картину. В день подрыва Каховской ГЭС произошла диверсия на мекопроводе, то есть создание искусственной техногенной катастрофы в Купянском районе Харьковской области, которая имела целью предотвратить возможный успешный характер контрнаступления вооруженных сил Украины. Плюс подрыв Каховской ГЭС имел, скажем так, должен был создать эффект снежного кома, то есть вызвать цепную реакцию на Запорожской АЭС. Это уменьшение уровня воды в прудах-охладителях и, соответственно, возможность техногенной катастрофы непосредственно уже на этом энергетическом предприятии. Плюс давайте вспомним, что на момент взрыва Каховской ГЭС появляется сообщение о минировании крымского титана. Это Армянск. То есть четыре ключевых направления, которые оккупанты рассматривают как возможные сценарии контрнаступления вооруженных сил Украины. Поэтому следует давать целостную картину, а не ограничиваться на отдельных объектах. Что касается Запорожской, ситуация действительно критическая. Речь идет даже не о возможности подрыва самой ЗАЭС, сколько создания, скажем так, предпосылок для данного теракта под так называемым чужим флагом. То есть Российская Федерация заявлениями в ООН попыталась создать себе алиби. Со стороны Российской Федерации это выглядит следующим образом. Мы предупредили, значит, это не мы. Если произойдет техногенная катастрофа, вся ответственность не на Российской Федерации, а, соответственно, на украинской стороне. Поэтому следует очень четко акцентировать внимание на подобной тактике российской стороны. Причем данная тактика уже используется неоднократно. Накануне широкомасштабного вторжения российских оккупационных войск «Правосправа» сообщала о возможности проведения диверсии на химических предприятиях в Славянске. Тогда на следующий день представители Госдепа Соединенных Штатов подтвердили данную информацию, заявив о том, что Российская Федерация готовит операции под чужим знаменем с целью создания так называемого «казус белли». То есть речь идет о том, что это уже излюбленная тактика российской стороны, скажем так, создавать техногенные катастрофы и перекладывать ответственность за их непосредственное проведение на украинскую сторону. Что касается реакции со стороны стран НАТО, то уже есть заявление о том, что радиоактивное заражение территории стран НАТО будет расцениваться как ядерная атака со стороны Российской Федерации непосредственно по странам Североатлантического альянса. Если данная позиция будет четко выдержана, это станет единственным фактическим, скажем так, ограничителем возможного сценария проведения техногенной катастрофы. Есть информация от нашей разведки о том, что в городе Спутники Запорожской атомной электростанции Энергодария сейчас уменьшилось количество патрулей. Вот оттуда эвакуирован был юридический отдел, так называемый, который занимается в том числе управлением от Росатома. А вот также сотрудник 5 числа по точного месяца, уже июля, сказали эвакуироваться всем сотрудникам Росатома. А скажите, для чего они еще могут проводить подобную эвакуацию так открыто,
В чем может быть еще причина? Ну вот мы рассмотрели первый вариант, если они пойдут на провокации и взорвут, а второй вариант с чем может быть связан? Проведение информационно-психологической операции показывает возможный сценарий. Смотрите, мы эвакуируем сотрудников, эвакуируем военнослужащих. Соответственно, мы не исключаем возможности проведения теракта на Запорожской АЭС и, соответственно, ядерного загрязнения территории. По мнению россиян, это должно стать, ну, скажем так, предупреждением украинской стороне по поводу возможных операций на запорожском направлении. То есть это элемент военно-дипломатического давления Российской Федерации не только на Украину, но, соответственно, на страны Европы и Соединенные Штаты Америки. Российская Федерация четко дает понять, что она не остановится ни перед, скажем так, любым сценарием, который не допустит ее военного поражения. Причем давайте посмотрим, что происходит на самих болотах. Заявление российского политолога о необходимости и возможности нанесения превентивного ядерного удара по территории стран НАТО. Вот это настораживает. Скажем так, это уже в третий раз мы отслеживаем подобные тенденции. Он третий раз выходит с подобными заявлениями. И, ну, скажем так, это создание определенной информационной повестки. Но одно дело, когда с подобными идиотскими заявлениями выступают так называемые политологи, а другое дело, когда подобные настроения продуцируют представители кремлевской власти. Тот же Медведев заявляет о возможности нанесения ядерных ударов по территориям стран НАТО. То есть искусственно поднимается градус противостояния. И в этой цепочке не следует и забывать откровенную провокацию, а именно появление информации о возможности передислокации ядерного тактического оружия на территории Республики Беларусь. На данный момент информации, подтверждающей передислокацию ядерных боезарядов, нет, но есть риторика. И вся эта риторика, я еще раз подчеркиваю, направлена на повышение градуса противостояния. По мнению Кремля и, соответственно, российского диктатора, данная риторика должна склонить страны Запада к давлению на Украину в моменте возможных так называемых мирных переговоров, цель которых – территориальные уступки со стороны Украины. Вы посмотрите, сегодня уже появляются сообщения в западных СМИ о якобы результатах визита руководителя ЦРУ в Украину, где рассказывается о том, что рассматриваются возможные так называемые мирные инициативы, целью которой будет фактически, ну, де юре де факто, признание российского присутствия и в Крыму, и на территориях Луганских и Донецких областей. Да, это излюбленный нарратив так называемых пацифистов, которые предлагают торговаться украинскими территориями для того, чтобы сохранить так называемое лицо так называемого президента Российской Федерации. Хотелось бы с вами в продолжении ядерной темы вот такой вопрос поднять. Есть новость, которую хотелось бы с вами обсудить, о том, что якобы Пригожин, когда совершал свой вот этот недомарш, недомятеж, он захватывал ядерное оружие. Но у него было уже. И, собственно, вот это и стало причиной, почему начались переговоры, почему включился Лукашенко по просьбе, очевидно, своего старшего товарища ниже ростом. И почему, собственно, теперь мы видим, что самолет Пригожина летает из Белоруссии в Санкт-Петербург. Как вы думаете, действительно ли события могли разворачиваться именно так? И, может быть, Пригожин теперь, как, скажем так, выступает перевозчиком этой ядерки на территорию Беларуси? Нет, абсолютно. Давайте говорить о том, что несмотря на то, что Россия в одностороннем порядке приостановила, хотя это договором не предусмотрено подобное, формулировка приостановила участие в договоре про нераспространение ядерного вооружения у Соединенных Штатов и наших стратегических партнеров достаточно возможности мониторить перемещение ядерных боезарядов. Поэтому если бы было бы малейшее, скажем так, малейшее подозрение по поводу возможного характера перемещения ядерных боезарядов именно Пригожиным на территории Республики Беларусь, это было бы известно в течение буквально 10-15 минут. Такой информации нет.
Что касается самого Пригожина, ну это Мавр. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Он спровоцировал те процессы в середине Российской Федерации, которые не ослабляют, а наоборот, к сожалению, усиливают позицию российского диктатора. Поэтому не случайно сейчас происходят чистки в силовых структурах и в том числе в Министерстве обороны Российской Федерации. Росгвардии передана тяжелая бронетехника, а я напомню, это жандармские подразделения. Кроме того, Путиным подписан указ о возможности задержания любого гражданина Российской Федерации без решения суда на 30 суток за нарушение так называемого режима КТО и, соответственно, военного положения. Что касается возможности захвата ядерных объектов, нет. Давайте говорить о том, что Пригожин — это контролируемая персона. И, соответственно, сценарий так называемого мятежа был отработан задолго до официальных заявлений Пригожина о марше справедливости. Ему никто бы не позволил приблизиться к ядерным объектам. Нужна была страшилка, да, ему позволили сбивать вертолеты, самолеты. Надо было напугать российское общество возможностью так называемой гражданской войны и смуты. И, соответственно, именно поэтому в российское общество вкидывалась теза о необходимости объединения вокруг российского диктатора. Роль Пригожина, я еще раз подчеркиваю, ему дали гарантии, ему вернули 5 миллиардов рублей, которые были, скажем так, конфискованы во время обысков. Дальнейшая его судьба, он будет зарабатывать деньги для российского диктатора и лиц, приближенных к нему. К сожалению, вынужден констатировать, что на территории Российской Федерации до сих пор функционируют 50 вербовочных пунктов. Причем, за данными BBC, вербовка происходит именно в ЧВК «Вагнер», а не подписание контрактов с Министерством обороны. Причем сообщается потенциальным кандидатам о возможности участия в составе ЧВК «Вагнер» в боевых действиях на территории Украины. Вы про канал BBC упомянули, как раз вот сейчас обсудим еще одну информацию от них. Напомню нашей аудитории, что Владимир Зеленский недавно в интервью рассказал о том, что 21 тысячу вагнеровцев перемололи вооруженные силы Украины в ходе, в том числе, боев за Бахмут. Дмитрий, а расскажите, пожалуйста, а сколько вагнеровцев осталось на данный момент? Потому что вот их вроде как Пригожин заявлял 25 тысяч, хотя все говорят, что это вообще нереальная цифра, их максимум 7-8 тысяч. Вот интересно услышать ваше мнение. И прошу заодно коллег, покажите, пожалуйста, изображение на экране. Вот канал BBC передает такие кадры со спутника. Сверху это former military base, значит, это бывшая военная база, по информации наших коллег с BBC. Вот так она выглядела на территории Беларуси, видите? Здесь якобы уже нету никаких зданий, вот единственные какие-то старые постройки. И вот то, что они обнаружили сейчас. Снимок за 3 июня. Видите, новые бараки и так далее. И, ну, по информации издания BBC, возможно, это как раз и построен новый лагерь для ЧВК «Вагнер», который туда передислоцирован. Ну, это так, как бы для сводки. У нас подтверждения этому нет. По крайней мере, это вот такая версия BBC. Дмитрий, к вам вопрос. Сколько вагнеровцев осталось, скажите, пожалуйста? И сколько их будет на территории Беларуси, как вы думаете? Ну, давайте анализировать те даже данные, которые вы продемонстрировали на экране. Речь идет о так называемом полевом лагере, за данными от того же BBC, ну и, кстати, украинской стороны, порядка 300 палаток. Палатка рассчитана в среднем на 20-30 человек. То есть в среднем можем говорить о том, что полевой лагерь готовится для принятия, по крайней мере, 8-9 тысяч. То есть 8 тысяч уже только на территории Республики Беларусь. Причем речь идет о задокументированном одном лагере. За данными российской стороны, на территории Республики Беларусь будет размещено как минимум 3 лагеря с участниками ЧВК «Вагнер». Поэтому мы можем предположить, что на территории Беларусь будет их количество, ну, порядка 12 тысяч. То есть уже, ну, скажем так, это только территория Республики Беларусь. Плюс ЧВК «Вагнер» не выводит свои подразделения с африканского континента. Напомню, там представительство ЧВК «Вагнер» порядка 15 странах. Причем контролируют они добычу кровавых алмазов, золота, газа и нефти, ну и ряда других полезных ископаемых. То есть тот миллиард долларов, про который Путин говорил,
о том, что они пошли с бюджета Российской Федерации на содержание ЧВК. Но это смехотворная сумма с учетом тех денег, которые ЧВК зарабатывает на африканском континенте и будет зарабатывать. Можем предположить, что на африканском континенте сосредоточено, ну, опять-таки, в среднем от 8 до 10 тысяч. Поэтому суммарно получается порядка 20, ну, от 20 и более. Еще раз подчеркиваю, основная опасность в том, что на территории России не прекращена деятельность вербовочных центров и подготовительного лагеря в Молькино, Краснодарский край. Выпуск, который принимался накануне так называемого мятежа в Молькино, его, кстати, принимал генерал-полковник Мизинцев, которому, заметим, у ФСБ нет ни малейших претензий по поводу мятежа, в отличие от так называемых претензий к Суровикину. Так вот, выпуск насчитывал за данными непосредственно, ну, скажем так, и российской стороны, и с места события 2,5 до 3 тысяч. То есть могут выпускать в среднем, ну, до 3 тысяч курсантов. Это 1,5-2 месяца подготовки. Поэтому возможности проведения мобилизационных мероприятий у ЧВК на территории Российской Федерации и не только Российской Федерации, но и оккупированных территорий Луганской и Донецких областей, она сохраняется. Кстати, есть представительство ЧВК на территории оккупированных районов Луганской области. А мы уже сообщали в вашем эфире о том, что артиллерийские подразделения ЧВК принимают непосредственное участие в боях на Лиманском направлении. Более того, за информацией правосправы, в город Первомайск и Стаханов переброшены подразделения ЧВК. Речь идет о штурмовых отрядах, возможно, под командованием полевого командира по кличке Зомби. Очень характерная, кстати, кличка. И характерный сам персонаж, он кавалер нескольких орденов мужества и герой Российской Федерации. Да, полноценный персонаж Зомби. С соответствующим названием. Соответствует названию ЧВК и соответствует функциям. Спасибо, Дмитрий. Напомню нашей аудитории, что Владимир Путин год назад в интервью французскому журналисту сказал, что российское государство никакого к ЧВК «Вагнер» отношения не имеет. И недавно своим силовикам хвастался, сколько миллиардов рублей из российского бюджета они отдали на тот самый ЧВК. Ну, да, то, что Путин врет, в этом новости никакой нет, но как очередной факт знать стоит. Спасибо огромное вам. Спасибо. Дмитрий Снегирев участвовал в нашем эфире, военно-политический аналитик. Благодарим.